Баланс классов поменяли, у Дивы пистолет там были. Рандомно выбрать. А где рандом? Вот. Посередине. Три квадратика снизу справа. Нет. Случайный игрок, вот это да. Вау! То есть это я вот это все штуки поменяю, да? Да, 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 да. А, ой, хорошо. Ой, хорошо, ой, хорошо. Ой, там прикольно было, на сайт нельзя не рандать. Ой, сделай уголек. О, ну, уголек. Почти. Там, кажется, прическа должна быть Уилсона, и виллу добавляли. Да, они есть. Во, женский персонаж. Разок. А где дреды? Внизу в самом. Дайте дреды. Вот это? Это не похоже на дреды. Это похоже на бывшие дреды. Дедушкины дреды. Тут нету дредов. Ну, во второй части будет. Вот что. Во второй части будет. Вот что у тебя похоже на дреды. Начнем выход террария. Ладно, допустим. Допустим, вообще пофиг. Слушай, не, ну одежду надо поменять, одежда херня. Это цвет. Одежда на выборе пола меняется. Да, в смысле? Ну там, да, каждый гендер же свой. Вот одежда. Каждый гендер. Ладно, вот это гендер чего? Гендер полотенца? Это гендер плаща. Это гендер розовых штанишек. Это маечки гендер. А это туфельки и платьица. Туфельки. Ну пофиг вообще, это полугендер какой-то, я понял. Ладно, создаем. Так, новый. Новый. Да блин, ты какой новый? Так, новый. Хорошо, вот тут мир. Большой. Видите имя, название мира. Любое. По слогам, по буквам. Большой. Семечко надо менять? Нет, не Симон. Надо. Симон. Констант. Напиши константа, да. Сейчас зерно скину. Нет, подожди. Сейчас зерно скину, подожди. Как оно правильно пишется. Ну, будем страдать, не? Все. Оно задействует? Да. Ну, вы поняли, что это отсыл, да? Да, да. Нет. А нет, поясни. Семечко не записал. Да записал, вот. Ага. Мастер. Большой, большой мастер. Сейчас у нас там какой-нибудь ад на поверхности заспавнится. Сейчас, подожди, подожди. Не, не спавнится. Террария. Сейчас. The for the worthless там. Все? Сейчас, создать? Подожди. Подожди. Жду. Сейчас, перекрестимся. Создать? Сейчас. Создать? Sit there. Вот это пиши. Да не, ну 8800-5535-35. Не. Вот это пиши. Куда ты написал? Сейчас я пишу. В DC напиши. Ну вот я в DC хочу. Только не пиши Don't Star, ну зачем? Пиши. Нет, да какой конст... Страдать так страдать. Так это же фигня. Ну я согласен. Не, давай-ка лучше. Не, нафиг надо. Don't Star... Можем героический мир создать, нас там выебут. Все. Создать. Сейчас пойдет загрузка. Да, обычный мир, слава богу. Если бы сейчас там было слово деревце, то да, пиздец. Вопрос. А пароль как поставить? Ну, сейчас ты создашь мир, потом его выберешь. Потом там скажешь, ну, что там, пароль, там, друзья. А у нас багрянет, кстати, ребят. Так он его заранее поставил. Кстати, это терка, ребят. Играем. Нет, стоп, там случайно же уже не стоял. Не-не-не, я поставил багрянец. Я думал, слова. Так, да. Багрянец. Это что у нас? Багряный случайный багрянец. Давай посмотрим, что у нас там по оружию багрянец. Ну, смотрите, ребят, я играю в терку как профи, если что. Да, я тоже, я метатель. Мы так, для массовки. Да, я предлагаю Мунлорда убить сразу. Это что, мне заходить на основу персонажа ты хочешь предложить? Не-не-не, да я... Мне там есть жалко Мунлорда, я могу его призвать. Вот. Мунлорда, ну, а за ним, я не знаю, самых слабеньких какого-нибудь, там, Диабло убиваем, нет, там, не знаю. Нет, у него Королева Света. Короля Лича там. Лича, да. Королева Света есть. Королева Света? Света, Вера. Да сразу на Огнепуху там базу строим. Огнепухи не будет, потому что у нас не константа. Он имел в виду, нет, не пуха, не пера. А серьезно,
кто кем будет по классам? Я, когда вырасту, стану взрослым человеком. Ты ёёшником будешь жить? Ёёбителем. Ага. Слушай, да пофиг, я не знаю. Все, мастер, вот. Название мира, гоу. Вот. Теперь смотри, вот, Steam включено, друзьям. Да все, начать нажимай. А пароль? Нажми пароль. А какой пароль? 3 единицы. Не, подожди. Нет. Давайте догадайтесь, самый наш любимый. Блин, видно. Я думал, звездочки у вас будут. Я чувствую, чувствую. Цифры вижу я. Цифры вижу я. Так, ну привет, привет, привет. Нет, там, если что, не единица в конце, это просто черточка. Чтобы потом. А что тут 3 цифры было? 2. Ну вы поняли. Наш любимый пароль. Опа, шо, шо это? Сервер найден какой-то. Разрешить. Так, ну я зашел. Ой, тут чел летает. Тут 2 чела летают. Кто это уже зашел? Это кто? Еще один. Там, а кто такой? Я не хочу умираться. Кто такой? Команда выберите. Давайте в зелененькую, что ли. Синенькую? Зелененькую. Зелененькую. Под цвет шляпы. Которой нет. Так, ну что, мы играем, да? Как в это играть? У меня есть цилиндр. Тут есть эндермир? Не знаю. Слизень! Сколько? 75 хп. Жень, тебе цилиндр принести? Мне? Да. Нужен... не цилиндр. А что тебе нужно? Мне... нужна зарплата. В реале, пожалуйста. Так, а чё так тихо игра как-то играется? Где тут настройки? Вот настройки. Ребят, если найдете бумеранг, пожалуйста. Пожалуйста, выкиньте его. Пожалуйста, не отдавайте мне его, да? Нет, мне наоборот он нужен. О, звуки. А какой план? У нас вообще есть план? Да, сразу строим, сейчас базу строим, быстренько собираем дерево, строим стенки, потому что ночью у нас это будет. Я так понимаю, Женя давно не играл, и теперь есть биом кладбище. Угу. То есть мне там жить? Если будем умирать, будем там, где мы живем, он будет. Будут появляться могилки. 5 могилок, биом кладбище. На биоме кладбища спавнятся призраки с хард-мода. Не хард-моде. Так, подожди, ну нас... Нас 4, а не 5. Пятеро. Так, значит, я не хочу умирать, это Андрей, да? Я правильно нет. понял? В смысле, нет. В смысле? У нас железо вместо меди. Ага, это плохо? Так, железо не вместо меди. А вместо чего? А свинец, да, вместо? Шарик летит на заднем фоне. Видите? Да. Там вас... еще лицо Вилсона может появиться. Вас видно, да? Ну, я имею в виду у вас на мониторах. Нет, ну, да. Это, ну, у кого-то да, это. Один фон, я имею в виду, то есть. Ну, да, в общем. Ну, скорее всего, если близко находитесь друг от друга, то да. А зачем Андрей пошел сразу в шахту? Ну, правильно. Шахтер. Шахтер? Вау. Ну, я на метательном. Но это метатель, но света ближнего боя. Метатель ближнего боя. Нет. Просто на метательное оружие работает баф ближнего боя. Угу. То есть попад в ближний бой. Может, метательный... Бумеранг разве что только, наверное. Ну пока да. Пока только да. Только бумеранг. Это бумеранг. Я железо копаю. Магически сделаю звезду и бумеранг. Сразу. Ну если алмаз найдем, можно с того меч сделать. С того меч? Ну, я кстати, буду жедой. Да. Жедой. Магистр жопа. Жедой. Магистр жопа, ну да. Вы на какой стороне? Вы за ситхов? Мы на правой. Я за ситхов, да. А я за Слизерин. А я за Пуфин вдуй. Пуфик вдуй? Он трахнул мою тахтушечку? Это из этого? Хватит. Да опять про тахтушечку? Запрещенный прием пошел. Я так понял, я буду строить дом, да? Потому что все куда-то разошлись. Я за железом пошел. Я решил прогуляться, это полезно для здоровья. Ну да, для начала это полезно. Ну железо, тут реально до хрена железо нашел.
У меня уже его 55 железный. Делаем выводы. Делаем выводы. Ты знаешь, как выглядит железо? Не, ну просто реально его много здесь. Не выкопать. Круто. Что это? Как? Как ты тпшнулся? Зеркало нашел. Ты зеркало нашел? А, нам же в зеленую команду, я и забыл. Зелье нашел, скорее всего, в этом сундуке. Зелье червоточное. Зеркало. Да. Ты зеркало или... нашел? Угу. Все-таки. А бумеранга там нет или копья? Нет. У меня есть, кстати, бумеранг. Там же какая-то пещера пустая, там ни руды, ничего. А бумеранг я с удовольствием приму удар, как говорится. Жезл искр, серьезно. Ну чё, о, кто маг? Я маг. Ну, я давайте маг. Искры дам. Да, жезл искр, начальный. Костер нам разведёшь. Деревьев, когда ты их случайно бьёшь, шансом 0,001% может выпасть посох зяблика. Также может в дереве полом быть в сундуке. Все, ребят, вы поняли нашу главную задачу — бейте деревья. Все. А что деревья? Колесов, ты знаешь, что тебе нужно делать? А. Ты забыл, за кого ты играешь? За себя. Да, за Колесова. За террориста. Нео? За Нео? Нет. За Вуди Вудпекера. Ой. О, воздушный шар полетел еще. Да, у меня тоже летает воздушный шар. Воздушный шарик. Только постарайтесь не убить 200 слизней, пожалуйста. Ну, я постараюсь считать. Колеса понял, почему. Король я убью уховы сколько. Король слизней придет. И видно, как тамплиер бьет слизней. Говорит, не постарайтесь не убивать слизней. Ну. 34-й. 54-й. Жень, да, кстати, ребят, не убивать слизней. Что-то их много. Да. Убивает большого такой, это считается за одного. Блять. Ква. Что, ты моих слизней считаешь? Ты за собой слизней? Нет, мне сейчас придет торговец, походу, потому что не выложил деньги. Вот такой вот ты, да? Дома деньги не мог выложить. 99 платины. Где ты взял платину? Оставлять? Ты читер? Нет. Я в своем мире был. Меня убили. Не трогай. Да. Леха! Не трогай! Не трогай! Не трогай! Леша, не трогай! Давай! Разобьешь свою могилу. Да разобью. Просто говорит, у меня этот хреново туча платины, и меня убили, и он идет забирать мои деньги. Нормально, да? Ладно. Ну, у нас торговец поселится. Ну и ладно. Насрать на него. Так, свинью копилку нужно срочно. Срочно. Так, я за свиньей копилкой жить. Окей. Потому что иначе, да. Сейчас. Что за читер? Что ты? Ты читер? Не надо. Я деньги выложу. А ну ты там выложи и не приноси ее. Да, можно было бы просто сдохнуть, слизняк бы спер бы деньги, мелочь отжал бы и ушел там. Не. По делам. Сейчас, где деньги у меня лежали, вот. Где деньги, Лебовски? Вот. Так, я поднял честных 2 серебра, так что. О, мне яблоко выпало. Грейпфрут. Ну, почти грейпфрут. Яблоко. Грейпфрут. А вот название грейпфрут. Но это фрукт. Почему фрут? Spy English. Hello. Hello. Грейпфрут. Great. Very, very great Britain fruit. Пора пить гребаный чай. Так, все, на, Жень, дерево. Что я докопал, где ты? У меня по лицу похоже, что мне нужно дерево. Ну, ты строишься. Ты в ступоре. Ты похож на бревно. Так, а еще нужно... А, Жень, поставь верстак, пожалуйста. На. Так, где? А, печку не могу, нужно печку еще делать. Деревянный пол. Дома будешь сидеть, да? Да я хочу домик сделать, у нас же ночь скоро. Да, кстати. Вот как у тебя железо будет? Я уже типа полу сделал, ну как? Типичная деревянная коробка. Ну, я же говорю, пока. Люблю деревянные коробки.
Пока а что в ней находится? Дерево, у тебя пока дерево лежит, ой, железо лежит почти сотни, то есть 50 слитков где-то. Я не буду так деревья вырастать, если ты их так садил, будешь. Ну, типа, друг с другом рядом плотно. Ты не понимаешь. Это просто офигенно. Это просто. Это просто. Ну, хоть не сложно. А можно как-то приблизить? Хорошие новости, ребят. Я нашел багрянец. Приблизить камеру? Да-да-да-да, приблизить. Вот на плюсик и минус. Который около На нумпаде, по-моему. А, поздравляю, у меня хорошая новость. У меня нет нумпада на клавиатуре. У меня нет всей этой правой части. Около бэкспейса, который плюс есть. А-а-а. А, я тебе тоже считаю. Ничего себе. Офигенный звук. Вау. Ты посмотри, как классно. А это наш дом, мы здесь домоседствовать будем? Я не знаю, я пока что, чтобы меня не убило. Ну, ты понимаешь, чтобы меня не убило. Ну, ты, да, настроил, ты молодец. Да, я крутой прям. Вообще. Так. Так, брось. Я все прощу. Хочу красиво сделать. Хоть на полюру. Там потом будем себе какие-нибудь, я не знаю. Хотите, хоть дома этих сделаем. Кого? Господи, как они? Нора у кого из Гарри Поттера называлась? Как они? Хоббиты. Да не хоббиты, из Гарри Поттера, да. Хоббит, а? Да, дом Уизли, где у них каждая комната просто пристраивалась потом к дому. Можете потом просто пристроить себе, что хотите, и все. У нас глаза прилетели, кто дверь не закрыл. Так. Bad news, everyone. А, нет. Все еще нормально. А графа убили. Его убил вообще песок. Да. Как ты так засыпался? А чё меня? Я в пустыне зарылся и... Зарылся. Убил себя. А тебе понравилось? Очень. Ну, слушай, я считаю, это главное, чтобы тебе нравилось. А, ну да, граф, там тебе палочка волшебная нужна. А, да, да. Ты теперь считаешь, что волшебник практически. Спасибо. Кудесник. Будешь хоббитом из Гарри Поттера. Убийственная шутка. Авада Кедавра. Ладно. Помада кентавра. Жесть. А, нифига себе, ну, я заспавнился с медным клинком, который легендарный. Хочешь, хочешь, делай. Что, можно было так просто ставить и не убирать сначала, да? Ну да. Круто. Да, ничего себе. Ой, они сделали, что теперь просто подходишь к двери, она открывается, закрывается. Раньше кликать надо было. Да. Ну, я давно играл. Слишком. Звезда!
Она мне не нужна, я просто так. Графа накрыло. Фура убила. Не. Ну, сколько осторожно, там Жень, у него кролик. Да, и он им воспользуется. Охренеть, я предупреждал. Он убил кроля. Уля-ля. Давай покажем его гиду. Да ты кудесник. Ну, тоже лучше. Так, какой план? Что делаем? У нас есть вообще план, нет? Дом делаем, кстати, вот тебе план. Ну, я сделал. Мы уже? Ну, вот все, я сделал. Я наигрался, в принципе, ребят. О, Маша прилетела. Даже две. Сова. Две Маши. Тебя тут клонируют. Леха, беги! Как он пнул эту в сову. Нормально, уже в железной броне Колесов. Это деревянное. Да, конечно. Где ты такое серое дерево-то видел? Жень, дай, пожалуйста, этот железо, что я тебе скинул. Ты мне железо скинул? Да, 96. Не дам. Давай сюда. Я подставил, блин. Я вон поставил кусок. Так, ты мне дашь железо обратно? Так я скинул, его кто-то подобрал, наверное, уже. Граф, железо дай. У меня нет. У тебя оно. Или у Колеса, или у тебя же не скидывало. У меня есть 6 железных слитков, вот это и, ваше? Эти. А. Да. Потому что я не помню, какие сундуки я ее обчистил. Так, сортируют предметы, а я могу... Так, храни быстрое 100... Не, подожди. Не, подожди, а как-то кнопка восполнить запасы? Во. Да блин! Не восполнить запасы, а наоборот положить надо было. У меня зато 10 серебряной руды откуда-то. Я дома сидел, и просто вот у меня руда появилась. Ну, из слизней, может быть. Да не, наверное, Лёха опять скинул.